Сказал себе я, брось писать, но руки сами просятся. Ох, мама моя родная, друзья любимые, лежу в палате, косятся, не сплю, боюсь наброситься. Ведь рядом психи тихие, неизлечимые. Бывают психи разные, не буйные, но грязные. Их лечат, морят голодом, их санитары бьют. И вот что удивительно, все ходят без смирительных. И то, что мне приносится, все психи эти жрут. Куда там Достоевскому с записками известными? Увидел бы покойничек, как бьют об двери лбы. И рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую. Ей-богу, этот Гоголь бы нам не поверил бы. Вот это мука, плюй на них, они ж ведь, сука, буйные. Все норовят меня лизнуть, ей-богу, нету сил. Вчера в палате номер 7 один смехнулся насовсем, кричал: даешь Америку, и санитаров бил. Я не желаю славы, и пока я в полном здравии, рассудок не померк еще, и ед впереди. Вот главврачиха женщина, пусть тихо, но помешана. Я говорю, сойду с ума, она мне: подожди. Я жду, но чувствую уже, хожу по лезвию ноже. Забыл алфавит, падежей припомнил только два. И я прошу моих друзей, чтоб кто бы их бы ни был я, забрать его, ему, меня отсюда. И я прошу моих друзей, чтоб кто бы их бы ни был я, забрать его, ему, меня отсюда.